Всем большой привет! Мне нежданно-негаданно пришла очередная промо-акция от Yves Rocher. И сейчас мы посмотрим, что в ней предлагается, и я сразу же поеду в магазин и посмотрю, что я могу получить в подарок. Значит, здесь нам предлагается «Pour la rentrée, ne partez pas sans elle». «Elle» — это, насколько я помню, название женского журнала. «La rentrée» — это возврат в школу, то есть к началу школьного года не... В общем, не начинайте школьный год без Эль, без этого журнала. И нам в подарок предлагают номер один это La Agenda, то есть это блокнот датированный блокнот. Он здесь у нас указан, что с сентября 2018 по декабрь 2019 года. И вот такой вот пенальчик для ручек в золотом цвете. Здесь у нас спрашивается, один или два подарка вы получите при любой покупке. Как вы думаете, один все-таки или два? Можете поставить видео на паузу и написать в комментариях один или два. Я пока сейчас монеткой сотру, и мы узнаем, один или два подарка. О, не может этого быть! Вы только посмотрите, вы забираете два подарка при любой покупке. Какие же здесь у нас еще особые предложения? Первый квадратик. Два продукта по цене одного. Второй квадратик. Минус 50% на один какой-то купленный продукт. И опять же, два продукта по цене одного. То есть все то же самое, как у меня было на день рождения. И дальше здесь маленький кружочек за три купленных каких-то продукта, что нам предлагают. Какой-то кадо-сюрприз, значит, какой-то еще подарок-сюрприз при покупке трех продуктов. Я три продукта, конечно, сейчас покупать не буду, потому что у меня уже слишком много становится всякой косметики и в Роше, но что я куплю, вот здесь сзади на листовочке предлагают новый продукт. Это маска или как это, гумаш, в общем, отшелушивающее средство для лица. Вот они есть в трех вариациях. Зелененький — это матирует кожу, розовый пробуждает кожу, значит, синий дефатиги — это значит, он как бы снижает усталость кожи. И четвертый, афине, как бы, в общем, делает кожу более красивой. Это новый продукт. Он сейчас со скидкой 50% стоит 3,95. Я вот хочу себе взять матирующий, вот такой вот кремчик, и попробовать, как он вообще себя ведет в использовании. Вот, значит, я его возьму по вот этой вот акции, то, что два по цене одного, то есть у меня их будет сразу два по этой цене, еще и со скидкой 50%, если я все правильно поняла. И здесь еще одно предложение, две туалетных водички с ароматом мандарина, 100 миллилитров, два по цене одного за 14,90. Ну, мне это не интересует. Вот здесь еще дадут 400 лепесточков в бонусной программе. Все, итак, значит, я иду за новыми кремчиками для лица и за блокнотиком с пеналом, потому что они выглядят очень красиво на картинке. Потом приду сейчас в магазин и вам покажу, как они выглядят на самом деле. Я только что вернулась из Ив Роше. Давайте посмотрим, что я приобрела и какие подарки получила. Значит, две маски. Это новинка. Значит, первая маска для сияния кожи с облепихой. Здесь, оказывается, в одной баночке указано, что на 5 рассчитано применений. Так, и что нам тут говорят сзади на упаковке? Камера у меня не хочет фокусироваться совсем. Ну ладно. Значит, придайте вашей коже свечение и пробудите ее цвет. Использовать 2 раза в неделю. Наносится на 5 минут и потом смывается ватным диском. Вот. И вторая маска, вот такая вот она зеленая. Камера вообще не хочет работать. Очищающая маска с каолином. Понятия не имею, что это такое. Но здесь она была заявлена как матирующая. Вот написано здесь для кожи смешанной, от смешанной до жирной. И что у нас здесь дальше пишут в рекомендациях? Матирует и очищает интенсивно, используя 2 раза в неделю, нанести на 5 минут и потом смыть водой. Вот такие две масочки, я им очень-очень рада, буду их пробовать, как они себя ведут в употреблении.
И дальше давайте посмотрим на подарочки. Подарочки те же, которые были заявлены на листовке, которую я получила. Значит, первое это будет, видимо, пенальчик. Мне сейчас неудобно одной рукой это все открывать. Но подставки у меня под телефон нет здесь. Так, значит, вот такой вот пенальчик небольшой, такого золотого приятного цвета от магазина, от журнала Elle. Вот, здесь видно хорошо, какой цвет. Из такого приятного материала сделан, мягкого. И дальше, вот такой вот маленький, совсем маленький дневничок. Я, честно говоря, думала, что он будет больше. Вот он здесь идет датированный, календарь на 2018 год и на 2019 год. И здесь, значит, начинается вот конец августа и дальше уже начало сентябрь. Значит, что нужно сделать здесь, notes to do? Дни недели, вот они на нескольких языках, русского нет. И время, в которое это нужно сделать. И так оно идет до, видимо, до следующего августа, декабрь 2019. А нет, даже не... Да, до января 2020 года, значит, этот календарик. Дальше место для записей. И что здесь еще есть? Мне кажется, я видела телефонную книгу. Да, вот и телефонная книга. Вот и на этом все. Вот такие вот очень хорошие подарочки. Я им очень рада и очень рада двум вот этим вот маскам. Сейчас пойду их буду пробовать. Наверное, начну вот с этой вот. Нет. Начну вот с этой вот, которая насыщает кожу энергией и светом. Так, неважно. Ладно, спасибо всем большое за внимание. Надеюсь, вам видео это понравилось. Оставляйте мне комментарии, будут ли даваться такие подарочки в России. И все, всем пока-пока, до следующего моего видео.